Исполняющий обязанности главы Владимир Волков проинспектировал ход капитального ремонта детского сада номер 12 в поселке Октябрьский. На объекте трудится 30 рабочих. Бригада из 12 специалистов занята монтажом вентилируемого фасада. Здание будет утеплено. Внутри продолжается ремонт деревянных полов и обшивка потолков. На первом этаже залита стяжка. В детском саду несколько десятков помещений. Владимир Волков отметил, что для такого объема рабочих требуется больше, так как объект необходимо сдать до конца месяца. Снаружи установлены новые каркасы козырьков входных групп, которые в дальнейшем будут обшиты. Кровельные работы на основном здании и на пищеблоке завершены.